В сельской глубинке Павлодарской области стал доступен высокоскоростной интернет. Компания «Казахтелеком» выстроила в регионе мобильную сеть широкополосного доступа к сети интернет. В ходе модернизации базовых станций оператор мобильной связи «Теле2» «Алтел» развернул в селах сеть в формате 4G LTE. Такая возможность появилась после того, как ведущий оператор связи подключил населенные пункты к волоконно-оптической линии связи. В селе Мамаита Умарова раньше был интернет в формате 3G. Недавно сельскую глубинку подключили к волоконно-оптической линии связи. Сотовый оператор сразу развернул базовые станции. Скорость интернета выросла в 10 раз. Порядка 2 километра – это периметр поселка. Тут проживает 1200-1300 человек. Школьники беспрепятственно могут пользоваться удаленно, учиться, пользоваться видеоконференц-связью, получать доступ к медиа-контенту. А вот приятный подарок сельской школе – интерактивная доска и модемы от компании «Казахтелеком». «Казахтелеком» обеспечил нас 40 мегабайтами интернета 4G. Это очень высокая скорость. Нам теперь будет очень удобно вести онлайн-уроки. Строительство сетей волоконно-оптических линий связи в Павлодарской области завершилось. 113 госучреждений в 29 отдаленных селах теперь имеют доступ к высокоскоростному интернету. Все абоненты, в том числе и учителя, и ученики, имеют возможность проводить дистанционное обучение посредством мобильной связи. Этот проект идет у нас по всему Казахстану. А в Павлодаре планируется установка около 3000 видеокамер безопасности. Они будут контролировать дорожное движение и мониторить экологию. Проект «Цифровой Павлодар» сегодня был презентован в регионе. Акимат области и «Казахтелеком» подписали меморандум. Ербул Абишев, Марат Игликов из Павлодарской области, Хабар 24.